Доброе утро! Ровно через 8 дней стартует 18-й кинофестиваль «Дух огня». Какими культурными событиями наполнена текущая неделя, смотрите далее. 26 февраля в Сургутской филармонии выступит группа «Радио Queen» в сопровождении симфонического оркестра. Шоу носит название «Богемская рапсодия», а «Радио Queen» — это музыкальный коллектив, который представляет наследие культовой группы Queen. На концерте у зрителя будет возможность насладиться бессмертным хитами. Не пропустите это грандиозное шоу 26 февраля в филармонии Сургута. Кандинский музей экспонирует коллекцию панно в редкой сейчас технике пирография. При помощи раскаленной иглы на деревянной дощечке наносится рисунок. Автор панно Евгений Гусар. Все рисунки посвящены теме войны. В течение нескольких лет автор продумывал композиции и дополнял сюжет важными деталями. В итоге получилась очень интересная и познавательная выставка к юбилею Победы. 26 февраля в Сургуте во Дворце искусств «Нефтяник» театр 2,5 представит спектакль «Дон Кихот». Смешное и страшное, великое и нелепое переплетаются в постановке. Поиск истины бесконечен. Но найти свои собственные ответы помогут артисты театра 2,5. 26 февраля спектакль «Дон Кихот» во Дворце искусств «Нефтяник». В художественном музее Ханты-Мансийска проходит две интересных выставки. Одна из них – «Каменный век» Виктора Васнецова. Художником были воссозданы сцены жизни древнейших людей. Долгое время эти полотна находились за границей. В 1997 году они вернулись на родину и теперь являются частью фонда музея. Другая выставка – «Мастера бытового жанра». В ее коллекции представлены портрет, пейзаж и историческая картина, созданная русскими художниками в конце 19 века. 28 февраля Сургутская галерея «Стерх» представит зрителю выставку питерской художницы Алисы Юфа. Сцены повседневной жизни, коммунальный быт, улицы, дома – все это становится картинками художницы. Она иллюстрирует книги и создает рисунки для анимации, мультфильмов и клипов. Если ты мне скажешь, я вернусь однажды дождиком нежданным, желтой листвой. Если ты мне скажешь хоть полслова даже, я вернусь, родная, в самый праздник твой. Также в рамках выставки от автора 28 и 29 февраля пройдут мастер-классы по созданию скетчей, иллюстраций и комикса. Культура в переводе с латинского означает возделывать. Возделывайте в себе любовь к вечному и культурной вам неделе.